В Астрахани оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в вымогательстве. Двое молодых людей требовали 400 тысяч рублей под угрозой распространения сведений о частной жизни. Возбуждено уголовное дело. Женщину шантажировали с помощью видеозаписи, сделанной камерой мобильного телефона во время интимной встречи с одним из злоумышленников. В случае невыполнения требований данный медиафайл якобы мог быть распространен в СМИ, а также по месту проживания и учебы детей потерпевшей. В связи с такими обстоятельствами она вынуждена была обратиться в органы внутренних дел. Как сообщает пресс-служба МВД России по Астраханской области, оперативники при силовой поддержке бойцов СОБР провели задержание с поличным в жилом секторе Трусовского района. Задержанными оказались 23-летний уроженец Махачкалы и 24-летний астраханец. Обоим по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде ареста. За вымогательство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей.